За несколько месяцев ландшафт в деревне Сапроново изменился до неузнаваемости. Когда-то здесь был овраг, теперь он постепенно выравнивается. У подножья оврага находится большой земельный участок с красивым видом на ручей и лес, который стремительно превращается в свалку. Мало того, вот этот грунт плывет, по весне он весь поплывет. И мой дом, а особенно баня, окажется под грунтом. И так я уже потерял половина забора снесли уже, этот грунт снес. В результате вывоза во враг грунта пострадала четверть участка местного жителя. Кто компенсирует ему ущерб и куда идти за помощью, мужчина не понимает. Ведь пока неизвестно, какая именно строительная компания позволила себе такой произвол. Ежедневно сюда подъезжает порядка 200 машин с землей, выкопанной из котлованов. Занимательный факт, что на лобовых стеклах этих самосвалов висят таблички «Снег», хотя на самом деле перевозят они землю, которую сбрасывают во враг. Я считаю, это серьезная экологическая катастрофа. Изменен ландшафт местности, там внизу ручей находился, который какие-то там, значит, родниковые воды, как они теперь изменят свое направление. Внизу находится кладбище муниципальное, то есть очень серьезная проблема. Разбирательства продолжаются. Сотрудники администрации Ленинского района намерены направить письмо губернатору Московской области. Но ясно одно, за эту проблему взялись и без решения ее не оставят. Юлия Погосян, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.